Цветочный павильон Кода Грин приглашает покупателей. В наличии букеты, цветочные композиции, горшочные растения, мягкие игрушки, вазы. Принимаются заказы к 8 марта. Порадуйте своих любимых женщин. Вас ждут по адресу: улица Булгаковой, 20, телефон 8-912-954-05-95. 2 марта в 17 часов городское объединение «Досуг» приглашает на торжественное мероприятие, посвященное открытию Года театра в России. Его Величество театр. Цена билета 200 рублей. Справки по телефону 727-85. Акция при покупке двух билетов, третий в подарок. Категория 6+. Продается трехкомнатная квартира в районе Соснового Бора. Хороший ремонт, есть все. Подробности по телефону 8-912-954-80-90. Отдел бижутерии сообщает покупателям о своем новом адресе. Улица Гагарина, 9, а также о большом поступлении вечерних украшений. Всегда в продаже оригинальные дизайнерские украшения, браслеты, кольца, серьги, подвески, аксессуары для волос, наборы украшений, кошельки, женские и мужские и многое другое. Покупайте подарки себе и близким. Отдел бижутерии работает в будни с 10 до 19 часов, выходные с 10 до 17 часов. Отдел бижутерии, адрес: улица Гагарина, 9, магазин «Карст». В медицинском центре «Семейный доктор» 2 марта ведет прием врач-кардиолог Головинская Александра Сергеевна, город Сыктывкар, кардиодиспансер. Врач-гастроэнтеролог Ушакова Наталья Александровна, город Сыктывкар. Информация и запись по телефонам 3-12-70 и 8-912-567-61-21. Адрес: Печорский проспект, 57. В редакцию газеты «Волна» на время отпуска сотрудника требуется дизайнер. Возможно дальнейшее трудоустройство. Знание программ Corel Draw, Adobe Photoshop или Adobe Illustrator. Резюме отправлять по электронному адресу volnaraboto@yandex.ru. В ресторан и сеть срочно требуется повар, сменный график работы. Обращаться вы можете по телефонам 7-16-18 и 3-0-4-0-4. Разместить информацию в программе телегазета вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.